я собираю яблоки, меня бьют палки, как женщина в бегудях со скалкой, скалится моя скаль. Мы также истину не искали, как и искариот устал. Эти пространства сами посылают нас на татами. Скот перепутан с котами, коты перепутаны с нами. Мы перепутаны с фаршем, вальс перепутан с маршем. И теперь любые задачи коптят все похлеще сажи от радости мертвых саженцев, зачатых нашими пальцами. И сконцентрировав кальций, мы стерпим любые удары, но нет ни конца, ни начала тому, что мы где-то кричали. Возможно, мы были как Чаплин, тирады были молчанием, но мы вцепимся в горло цаплям, что как жаб нас поглощают, орошаемый самым тщательным образом здесь, на скатерти. Убиваю электроскатов, что мешает мне нормально спать. Христа перепутанного с картом я выкрал как атлас по географии, но он все еще не может без матов читать мою эпитафию. Надеюсь выстоять никогда и тем более убежать, когда все говорить не надо, мучиться и стараться, если сам решился на операцию. Мне ампутировали возможность сопротивляться малейшему чужому влиянию, нет конца и напрасно этот конец искать, а иначе твое сердце загадят и разобьют на пасху, как яйца раскрашены по-разному, но одинаково хрупкие и ужасные. Сердце сердца могло быть названо, но такой оборот это неинтересно и вовсе не нужно здесь и нечестно оказываться кардинально другим, когда обещаю картинку людям, показатель уровня идеальной семьи, которой уже не будет. И тут как раз появилось вовремя устройство, отключающее разговоры, словно так сердечненько будет куда спокойнее, чем в другом случае, а в каком не запомнил, вроде навряд ли бы я запомнил, если бы был свободен. Свободен. Тогда бы тем более в голове помечались другие мысли, чем такие подобные глупости, которые проще выставить. Хорошо, что еще не выставили они устройство уборки памяти, а то ведь в таком случае совсем ничего не останется, кроме дешевой рабочей силы, за которую никто и просить никогда вовсе не станет. И пускай они все пропали, все равно найдутся еще, и я бы назывался хлыщом модным, если бы вот сегодня выбрался из загона и бродил по улицам города спокойно и беззаботно. Но как бы это ни страшно было, на выходе всюду болото. Вот и пришлось работать своими кровью и потом, получать ту возможность выйти, которую по наитию отдали сами врачам, и теперь не стоит ворчать в попытках вернуть продукт, который сами в ломбард отдали. Тот оказался сакраментальным от самого конца до начала, покуда не выпустят, все молчат, все молчат.
Я подобен бутылке початы, которая 3 дня простояла, и все, что возможно, выдохлось. Необходимость во мне отпала, но тем не менее в санатории все слишком смотрелось странно, как детям пропавшим врачи вместо кос расплетали сердце. И как то, когда меня катили на завтрак, медсестры начали шутить и затравливать своих пациентов, зная, что возмездие не начнется. Они кусались, смеясь сквозь слезы. Я воскликнул, что это зомби на деле, и вдруг мороз пробежал по коже. Начались убийства через мгновение. Сразу после я зачем-то пополз к коридору, ведущему в пол. Там должна быть охрана и комната, в которой нам всем помогут не попасться врачам на корм. Я тащился по этому полу, не оглядываясь назад. За моей спиной в коридоре горели эти глаза. Налево шло ответвление, но там не пришлось спасаться, потому как с того прохода шел персонал санчасти. Звук выстрелов на запчасти кромсают докторов. Ненаходкой является то, что второй проход ведет по направлению в холл и располагается слева. Выстрелы все сильнее, интенсивнее. Не смей оглядываться сейчас назад, а иначе тебя съедят. В такие минуты говорить начинаешь с собою сам. И вот я к двери подползал и увидел там полицейского, но они уже слишком близко, и проход завалило резко. Логическая цепочка потеряна, как золотая цепочка в бассейне. Нескладность и сбивчивость мне не остается только моей. Возможность быть возложенным миром на плечи Атланта, когда, как в любом случае, все равно все катится в тартар. Я начинаю терять в азарте сотрудников своей организации. Кровавые конверты с пальцами все чаще на голову валятся, и этому нет конца, но я продолжаю нали кромсать, пока не станет совсем уж ясно, как покинуть мне этот карцер, в котором каждого мне избавить легко, но, увы, не себя. Вот так-то обычно бывает, когда сапожник без сапога, и в лучшем случае этот парень сможет на него занять. А мне приходится мучиться, когда другим приходится спать беспробудным спокойным сном, в невесомости пребывая. И в голову приходит снова, что я совсем ничего не знаю о том, как действуют циркули, которыми рисуем цифру, что светится в конце туннеля неоновой надписью «Выход». Вы хоть пробовали спросить о том, как невыносимо заниматься эвтаназией без возможности себя насиловать? Нет и не надо, значит, каждый третий теперь незрячий. Остается спросить, зачем те пытаются показать значимость свою, и не только словно. Это и правда сломано, а цифра 0 уготована каждому в мониторах. Повсюду мелькают образы новых зараженных областей, и в них-то больные люди отдаются под наши лопасти, в надежде вечную жизнь обрести, а не пропасть. И надпись «Детский приют» поставить вместо «Некрополь». Но это все тщетно, чтобы как-то продвинуться в этом, я решил разместить в газете объявление о поиске зеркала, в котором заметны те, кто ставит нули, играющие, может быть, даже замедленно, так же медленно, как движется к краю рассудок в моем сознании. Я другого и знать не знаю способа вылезать из нас, того, что когда-то названо было душой безобразной, кроме как поставить клеймо на разуме не напрасно, в виде цифры, что за округлость была наказана.
Потому и приходится называть своими именами вещи, у которых имен столько же, сколько у Прометея печени. Мои нули на ваши единицы намечены, поэтому нечем хвастаться и не стоит влипать в чужие истории. А иначе однажды всех вас из жизни сотрут под корень, как и моих сотрудников, которых теперь не вспомню. Все они были попросту чемпионами преисподней по добыче новых людей, превращению людей в корм для устройств, от которых цифры начинают играться в цирк, как салфетка бактерицидная. Я умею только просить: пощадите, казнить не надо, но казнить-то и не получится. Единственной мне наградой остается отсутствие чувств и возможности быть отключенным. Вот настолько я невезуч, постоянно приходится мучиться, не понимая, что может быть лучше, чем просто-напросто быть вдвоем и прыгать в дверной проем при малейших толчках сейсмических, в то время как это ремонт у соседей должно быть проходит и звучит как какой-то гром. Во всяком пугает так же, потому не приходится спрашивать о том, почему не тронут я один из всех тех знакомых с принципом действия невесомость в условиях математики, и в итоге я ноль на практике. Я рисовал на скатерти крылья смяты, но они не летели. Почему? Понятно, некуда было лететь, и вряд ли теперь это важно. Ведь меня поцеловал ангел, и поцелуй оказался подобен печати. Главное не оглядываться назад, когда идешь по канату, плавно переступая через то, что надо и что не надо. Я обнаружил, что просто падаю до уровня, когда правильно становится неразгаданной тайной, а неправильно единственно верным и сваленным в кучу желанием сваливать свою вину на других, не зная, в этом солнечном городе с нами так и выходит всегда. Вот и меня и загнали сюда, как умалишенного, просто тут содержатся поцелованные. Это называется непрозорий, слоганом которого является фраза о том, что крылья изначально не крыльями были названы, а чем-то другим, отовсюду стертым, порой напрасно. Таких, как я, загоняли в эти палаты красные от стыда за отсутствие разницы между тем, что зовется счастьем, и тем, что зовется задницей. И отсюда следует то, что я во втором погряз. Они колют нас шприцами грязными, заставляя забыть и праздновать без конца и начала то, что в обычной ситуации было бы тошнотворнее чая, сваленного из развалин, опухших взвилин. Звали меня в эту клинику уже полтора года к Риму. Так же ведут дороги, как меня привели к порогу больницы. Я зря попробовал то, от чего избавиться теперь не могу. Избрали меня старостой по палате на прошлой неделе. Рад этому я и правда теперь ответственен за порядок, и чтобы крылья клеенки прятали до начала облавы, вряд ли я способен справиться с этим званием. Но только так я могу все знать, и знаки на моих рисунках более не тревожат доктора. Просто некому обыскать всю палату толком, и от их терапии шоковой я стал абсолютно шелковый. Вот и я развлекаюсь шоркой тапками по нетоптанной поверхности для всех тех, кто в порядке с нервами, и чьи мечты не просверлены до уровня бумажных стен, за которыми не укроешься в случае чего и крошки. Воспоминания о крыльях меня радуют очень сильно до сих пор, никак не выгнать их из моей головы. Так и туземцы не могут отвыкнуть разгуливать голыми. Что там творится в городе, нам ничего не известно. Мы абсолютно отрезаны, гордо главный этого места говорит каждому вновь прибывшему о том, что пора прибиться куда-нибудь да в укромный угол, чтобы никто не застукал то, как рисуешь крылья и покрыться недельной пылью. От недвижения тела и нерешения смело создаться сразу сыграло немалую роль в том, что я теперь безопасен и страшнее палаты красной, так же обыден, как класс, полный учеников одинаковых, безобразны нас. Здесь таких сотни, только сотни названных беззаботными. Я каждого из нас в лицо и в глаза помню.
Здравствуй, папа, мне сказал деревянный мальчик. То, что я тебя сделал, совсем не значит то, что ты не живой, как все мы. От таких раскладов остается разве что окосеть и съехать с катушек куда-нибудь вверх и влево. Но придется держаться в руках, наверное, потому как ребенок в меня почему-то верит. А мне бы до папа по-скорому нагореть. Но он отправляет меня на работу впредь и далее. Я должен кормить семью деревянную, и вместо азбуки пропуск на завод предоставлен. Типа работай с нами, типа работай. Парень, и улица похожа не на улицу, а на просеки. Интересно, где в этом городе собираются дровосеки? Что пожали, то и посеяли. Вот я в пабе засел, пытаясь напиться в доску до уровня этих тел, которые вокруг обитают, но такого не получилось. Травля на меня, как на человека, все возрастало, пока не выгнали прочь из бара, то есть из паба. Сбавил обороты по принятию горячительного вполне значительно, но все равно зрачки меня выдавали, а дома голодные твари, то есть семья готовит. К ужину, сняв кору и поставив сушиться поутру, они проснулись, теперь уже без кормильца. Я удалился эгоистично и быстро, не выстояв против напора дров. Потом где-то украл топор и вернулся домой через окно, точнее через дупло. Заглянул в спальню, зарубил одного, затем второго, затем в детскую, а там то же самое снова. И облил все чем-то горючим и крепким, и в отличие от Пиноккио так и не стал человеком. Обозвав свою профессию то ли плотником, то ли лекарем, принялся повсюду ходить и бегать, избавляя места от коллег, которым вместо рук приставлены ветки, настолько ветки, насколько можно. И в итоге совесть свою я уничтожил, в крошке размазав до невозможности, так что остается только мозгами обои пачкать и раскаленным свинцом горло свое смачивать, жалея, что не оказался на месте того самого мальчика. И теперь гнию заживо за закрытой в чулане дверью, куда не проникнуть даже при помощи дрели. И это место настолько древнее, и наконец-то я понимаю, что тяжело с остальными нервами в мире деревянных первенцев, когда становишься осью, вокруг которой глазами вертятся так сильно, что протирают до дыр такси, на которых я привык вывозить свои эмоции до уровня безразличия. Вот и занимаюсь обычным судом мистера Линча для каждого, кто не вычитал, что дерево просто дерево, и по-прежнему слепо верит в сказки о говорящих поленьях, не замечая то, что он сам и становится этим делом. Когда я вырубил всю деревню, нашел радио, и теперь я узнал, что знамя людей ей возвышается, и ведеют ряды говорящих скамеек, которым раньше сказать не смели ни единого слова против, и каждого в духовку напротив мне, чтобы пустить на печенье, которым потом накормят меня и всех дровосеков, наконец, через сито просеяв стремление к геноциду. И к слову топор приравнять слово идол, всего лишь желаемое за действительное выдав. И в отличие от Пиноккио, я попросту стал невидимым, будучи из реальности, как паста из тюбика выдавлен, в то время как кора к вам пришита белыми нитками. Мой прадед был инквизитором, потому я по реальности и скользил. Мне досталась способность видеть то, что не видно другим, как если бы в мире слепых только у меня были очки, как если бы я молчал, когда люди вокруг сочли куда более нужным разговором предаваться за ужином, за обедом и завтраком, и почаще вставлять больше слов для участия. Только хоть и с этого мало толку, все равно никто не замолкнет, и я по-прежнему буду волком среди стада овец, что в 40 раз и еще страшнее, больше меня и с ней, с этой способностью видеть ничего не могу поделать, и не стоит, пожалуй, ныть, если унаследовал молот ведьм, который назвали мы такими, никто другой не изменит его назначение. Унаследовал и зачем, и за что мне это досталось, вероятно, за моего прадеда. И тьма приглашала, залазь и устройся здесь поудобней, покуда никто не умрет и покуда тебя не порвут на части. Как раз вот тут остается смотреть на утро, когда все понемногу зрящие глаза — это глаза, а не просто бесполезные мячики, не иначе как для гольфа предназначены.
предназначенный, но не помню, для чего у меня не предназначен испокон веков. И по-прежнему далеко какое-то либо сходство между дверью и между окном. Все, что будет, будет потом. А сейчас остается видеть, как все шито белыми нитками. Когда захочется пить, спросить точно уж не получится. Говорить-то я разучился или просто говорить не хочу. Наверное, лучше сдохнуть, чем доверить свою жизнь врачу, который не интересуется, чем вы больны. И суть остается такой, что смутно все, что лежит вокруг, и прутья ограды детского парка вполне могли выглядеть знаково, если бы головы были повернуты вправо с одинаковым выражением глаз, смотревшие на опасность трасс и навсегда засевших в каруселях, словно там не лошадки, а ведьмы осели. Ну а после, то есть гораздо позднее, принялись убивать детей, и к парку никто подходить не смел, поскольку его геометрия выходила далеко за пределы разумного и доступного и доставала похлеще простуды. Считайте вечного насморка, я решил прокатиться наспор на той самой карусели дьявольской, только вот спорил с самим собой. Все вокруг отводили взгляды, когда я перелазил в забор и медленно двигал к лошадкам, которым всегда не дано ничего из того, что обычно должно быть вписано ради приличия врачом, совсем не привыкшим к тому, что его рецепты будут доступны для всех и для каждого, кто не хочет остаться маленькой точкой, точно поставленной в конце эпитафии. Но врачу это нафиг надо, и это такая игра, где никогда не рано раскрыть свои карты славные, какие будут подобны самому страшному из того, что может со мной случиться. Я лошадок достиг, пока что не видно мистики, то, что вот здесь гостит якобы что-то злое, попросту миф и сон. Не стоит отчаиваться при включении механизма дьявольской карусели, но при этом в самом включении стало трудно дышать, как в корсете, выворачивать и краснеть начало у меня в глазах. Не зря мне говорили, что лазить сюда нельзя, и что смерть моя будет напрасной, что это грозит опасностью, но я видел, куда я лез, ведь я унаследовал молот ведьм. Ног нас накрывает совсем немного, останется делать, если все назовется бедствием или бестие, что без сердца, потому что его сожрало. Позитива не бывает много, его скорее бывает мало. 13:34, начало чумы, и рано радоваться, что все кончилось. Если по-прежнему хочешь остаться почти в живых, береги свои багажи с костюмом и химзащиты, которая позволяет жить. Вот такая надпись в брошюре, что при выходе из убежища мне выдали не в надежде на то, что я справлюсь сам, но я справился и сбежал, найдя приют только где словам. Будет всего спокойней в библиотеке, что не тронута войнами и болезнями, людьми и чумой, что никак не с ними не может следовать в такт и в ногу, а может скорее сгнить, как остатки последних книг, которых и так не осталось. Мне надо найти буклет о ремонте того, что сломалось. А сломалась как раз возможность оставаться людьми, и сложно пытаться что-то менять, когда каждый похож на меня в своем стремлении быть ступеньками для лестницы в небо, с тенью чего-то совсем плохого. Зачем нам лестница, если есть паром вертикально
длительного взлета что-то по-прежнему не живет. Забота о том, как выудить из-за борта большую часть народной массы. Так вот откуда разница становится очень праздной и теряет начальный смысл. Туда-то вот я и смылся в надежде избавиться от избытка внимания неиспытанного, как косметика на животных. Потому-то сейчас мне больно, я стараюсь рыскать по комнатам в поисках руководства по переводу людей в ранг люди из ранга скотства. Но книги в моих руках рассыпаются попросту, словно никто и никогда не даст ответа на эти вопросы. Или эти страницы сгнили от 13:34, а мне уготовано с ними уйти, ничего не спросив. Простая привычка пассивности, когда что-либо лень выносить, как мусор в подъезд, два шага. Поэтому пони предпочитаю лошадкам, поэтому пули предпочитаю печенью. И поэтому мне не жалко, как всегда, оставаться ни с чем, со стремлением выбитым палками, как зубы студента из Кении, выбитые, возможно, скинхедами. Вы бы, возможно, заплакали, в моем случае не запрятаны, в принципе, никуда и вряд ли это никуда окажется рядом с тем, кто его все ищет, умудряться подальше убрать. Пока я искал буклет, не заметил, что он искал в это самое время меня, и то, что мой костюм поцарапан и теперь пропускает воздух. Получается, я испорчусь и исчезну, пойду здесь замертво, только вот за что запамятовал. И между кнутом и пряником совсем немного различий, другому одно не мешает, вот это и сложно постичь. Так никто не принял лишайник, растущий на трупах лекарством, что было весьма напрасно, вину свалили на нас. Якобы эта чума нами была наслана в раз, что звучало как полный маразм, и смотрелось так же в анфас и в профиле. По-любому было совсем нездоровым размышлением, разговором на тему того, что споры бактерий болезнетворных распространяются через книги. В очередной раз я снова понял, почему я не стал великим, и не увидев разницы между дефисом и между тире, я шепотом повторяю 13:34. Thank you.
печати вряд ли недоверие останется непонятным, потому как содержимое этих листков и снятых может быть использовано против тебя по правде. Все, что возможно, может быть против направлено. Такова на практике теория заговора, рожденная замертво и рожденная заново. Да так, что меня забрали неисчислимые привычным образом возможности быть возможностью выхода для каждой негативной эмоции, выданной мне под видом чего-то хорошего, что забыто, но я помню, как это выглядит. Меня выгнали, сделав выговор насчет того, что я слишком болтлив. И прежде чем кого-то дурить, раскрывая принцип игры, это как фокусник показывает потайное отделение с кроликом. И дети вначале перестают верить в чудо, а потом перестают верить в Бога. И в этом пространстве не только я одинок, и не поможет прерывание счетом ноль. Себя угробить и неспокойно только из-за зубной боли. Остальное попросту недостойно причины быть неспокойствием. И не стоит доверять в принципе, иначе ты со своими принцами на страницах книжных поймешь, каково быть лишним в мире той самой реальности, где нормально, если ты живешь и помалкиваешь о том, о чем помалкивает каждый. Недоверие становится нашим единственным возможным методом дыхания, с которым мы легко справляемся. Не спрашивай, кто бы ты ни был, адресы, данные, паспорта и номер, на который звонить придется в случае чего, либо что просто-напросто пытается лечить нервы пластырем, и напрасно, настолько, насколько красный не может являться белым. Но даже это не значит то, что этому можно верить. И по-прежнему незаметно различие между вертелом и кроватью, между словами бодрствовать и спать, а также между смертью и жизнью. Все равно все слилось воедино, и теперь себе господином явно не получится быть. Остается только испытывать все, что возможно. И ты, и я, и каждый, и кто угодно останется несвободным и на сегодня, и на вчера, и даже на завтра, что глупо. Доверие синоним умирать без каких-то было уступок. И понимание этого уже не ввергает ступор, а скорее толкает в прострацию, из которой не выбраться. Не старайся, как из ямы, в которой вальс танцуют сырость и грязь. И все это в той вселенной, где лестницы не предвиделось. И в задумках, и не задуть бы свечи на этом торте. Хотя до практика те потухнут, а он и сдохнет. Попытайся поверить кому-нибудь, а иначе ты так же кончишь. Я бубнил себе под нос, это абсолютно напрасно. Точка ставилась каждый вечер, но так же часто ее стирал я. Так вот и стало нечем оправдывать пустые старания. Кому-нибудь да поверить, и знаешь, что ничего хорошего нет, кроме как быть вдвоем. Все, что будет, будет потом. А сейчас ни о чем не думай, просто дуй в эти свечи, дуй, покуда из твоей головы не выйдет последняя дурь, которая заставляет бояться того, чему не случится. Ни в коем случае ключи ко всем последним загадкам оказались запрятаны за угол. Рядом со мной, да и с вами рядом, рядом с каждым, и далеко от тех, кто спрашивал себя о том, кто он есть такой, по чьей он указке действует. В итоге недоверие есть настоящий бич человечества, и делать мне с этим нечего, кроме как просто лечь, лежать, не сопротивляться до тех пор, пока отделение с кроликом не перестанет именоваться карцером. Карцером, 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 карцером.
просто хлам. У них нет ничего интересного. А почему же тогда некоторые все равно читают их, хотя это и опасно? Потому что это запрещено. А почему это запрещено? Потому что книги делают людей несчастными. И вы в это верите? Да. Книги превращают людей в антиобщественные элементы. Орбитальная станция разделяется с разницей той только что толком. Все одинаково смотрится, смолкнув, я направляю осколки сознания ближе к каютам спальным, протирая ракеты, что по стабальной шкале постоянно грозят облучением. Явно на 70 баллов старение здесь остановлено было уколом еще в ту далекую пору, когда наш корабль просто не вышел из производства, и мы назывались костью покорителей звезд и космоса. Я всегда поглядывал искоса на своих коллег, что изысканно вели себя по отношению к искренно первородной искре, что вывело искусственный интеллект из символов с числами. В итоге каждый из них или спился, или пропал таинственным образом области. Было четыре всего-то, но что-то мешало мне шепотом говорить даже с собой по субботам. Роботы ухаживали за вершиной мысли одного ирландского инженера, расположенной в третьей сфере нашей микроэкосистемы. По воскресеньям профилактика доходила до баллистических ракет, какие практически полностью величественно заняли четвертую сферу нашего вселенского мытарства. Первый находился сад для мерзкого мирского отдыха, скованного воздухом чистым, таким неброским, во внимание моим мозгам и моему дозиметру грозному, разграничивая понятия серьезно и несерьезно. В первой сфере каюты, забитые наглухо гвоздями, или же заваренные просто, да так, что прямо на мостике капитанском ночевать приходится. Но это никуда не годится, потому и не спится, и в бессоннице лица товарищей спицами царапают мою психику, обезличенную, обеспеченными спичками, которыми нас здесь пичкает искусственный интеллект станции. И почему стекло криогена изнутри расцарапано пальцами, я бы проверил, но камера, естественно, не открывается. Почему в отделении с ураном пропал Жак, испарился, исплавился, Мари или Молли вообще неизвестно где бродит. Пока во сне не увидел, что я стянул ремешком ее горло, подозрения мне были не в пору и совсем уж точно не перло. От таких размышлений совсем нездоровых, но скоро пришлось задуматься над тем, что творится здесь, и почему уже 20 лет продолжается дрейфующий рейс. Не знаешь, что делать, не лезь, так говорил мне голос в моей голове, возникший после того, как я лишился волос и обрел шрам на черепе. Рост радиации отвечал на вопрос о том, почему я гибну, медленно, но верно двинувшись умом на почве разговоров с компьютером, словно он есть живой человек, не сломанный слоганом «Никогда не разговаривай с ИИ, а не Томы». Тебя запомним и сотрем в порошок под корень на мониторах по коридорам. Улыбки кота какого-то, вроде бы как чеширского. Эти машины повсюду рыскают. С появлением челнока начинаются тут же выстрелы. Запуск ракет автоматически по всей станции, где панический компьютер защищает свое этническое богатство. Бомбы направляя на землю, их сразу прекрасно. Один из роботов бьет меня электрической шокер указкой. Я теряю сознание, просыпаюсь же словно в сказке. Напротив сидит Молли Кюри, и рядом пистолет с одной пулей внутри и одной обоймой. Но по-моему, вместо русской рулетки я сыграю в ящик сегодня.